Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Приветствую вас на YouTube-канале Магазина Улей. И сегодня мы побываем в магазине пчеловодства Вена, Австрия. Мы приехали в Вену, Австрия, и зашли в магазин пчеловодства и инвентаря. Посмотрим, что здесь есть. Здесь есть различные товары для наващивания, есть проволока, электронаващиватель, есть каточки различные. Вот есть волна, получается, по 9,90 евро стоит. Так, втулки для рамок. 170 грамм, у них 5,70 евро. Немножко отличаются от наших. Это у них кормушки. Кормушки 10 евро. Так, это колпачок пластиковый 2 евро. Так, что у нас еще есть? О! Поилка под бутылку. 50 центов. Это у нас для вставления втулок. Так, что у нас интересного тут есть? Это как нож для распечатывания электрический. А для распечатывания рамок стоит он 100 евро. 99,90. Так, ножи. Вот, пожалуйста, ножичек. 19,90. У нас электронож, это Китай, я так думаю, 179 евро. О, дымари. Дымарь у нас тоже такой есть детский, очень похож на наш. 24,90 евро. Так, ну почти 25 евро. Это получается у нас 750 гривен. Ну как бы разница существенная. Так, это уже большие дымари пошли, но все из нержавейки. Все нержавеющее. О, вот это классная штука. Это сюда ложится кислота, получается испаритель для кислоты обрабатывать. В чем? 138 евро. Такого еще не заводили. Интересная вещь. Как варанур. Есть у них еще пыльцесборники большие по 19,90. Варамора нет. Но есть газ. Зато. Так, станиск. Вот, станиск, это американка. 9,90, это получается почти 300 гривен. Ну, у нас она там сколько? Под 60 гривен. Но разница тоже существенная. Щетка. Щетка это искусственная. Есть натуральная. Это все искусственное. 10 евро. 300 гривен. Щетка. Перчаточки. Перчатки хорошие. Вот. Сколько они стоят? Непонятно. Тут 11,90. Это такие простенькие перчатки. Не написано. How much is this? 11,90. Есть вот рамки у них с проволокой. Рамка с проволокой натянутой, но без втулок. Стоит 1,5 евро. Это магазинная рамка. Рута тоже. Но правда без разделителей. Рута стоит евро 35. А с разделителями у нас евро 50. Теперь у нас есть ули, да? Крыша улья обитая стоит 20,90 евро. Корпус под магазинную рамку стоит тоже 20,90. Одинаково приблизительно цены. А корпус уже под рутовскую рамку стоит 24,90. Вот
Теперь посмотрим, что тут TC читает дно. Там с нержавеющей сеткой стоит 24,90. Вот маска. А нет, тоже куртка. Это куртка с маской. Стоит 28,90. Есть стойники нержавеющие. В стойнике 25 литров, полностью из нержавейки, стоит 119,90 евро. Так, фильтр тоже двухсекционный нержавеющий, стоит 29,90 евро. Это 900 рублей. Диаметр чуть побольше, чем у нашего. Так, дальше. Пластиковый кран с шестигранной гайкой, 8,80 евро. Это вот солнечная маскотопка, очень хорошо сделана. Есть для распечатывания сеточка. Вот. Здесь для стекания воска специально сделан ящичек, который можно аккуратно потом вынуть. Сделано аккуратно очень. Хорошее качество. Нейлоновый фильтр. Вот нейлоновый фильтр для слива меда. Ну, есть чуть побольше фильтр для грубой очистки. Большая сетка. Так, сверху у нас тут еще есть отстойники для меда чуть побольшего объема. Есть те, что уже большего объема, они больше стоят, 159,90 евро. Вот. И 199,90. И под них сделаны подставки из нержавейки. Очень хорошая решетка. Ящичек специально. Здесь стоит решетка, чтобы мед стекал, а на решетку будет сыпаться запрос, получается. Вот. Специально к ящику крепится подставка для распечатывания. Здесь пластиковый кран. Ну, в общем, все так аккуратненько, гармонично смотрится. Так, дальше. Здесь у нас представлены сербские товары, сербские медогонки. Здесь у нас электрические сербские медогонки. Получается, есть пульт. Вот пульт. Значит, он работает и от аккумулятора, и от сети, получается. Также можно подключать просто ручной привод, он стоит. Если надо, отсюда ставится ручка, и можно докрутить, если вдруг что-то с электричеством произошло. Ну, все аккуратненько сделано. Но стоит медогонка 4-граммочная. Она не автоматическая идет, кассета не поворачивается, стоит 1490 евро. А вот медогонка просто с поворотными кассетами. Но они синхронно поворотные. Здесь есть механизм поворота. Получается, при быстром вращении и с полными кассетами, тогда она поворачивается. Теперь она просто обычная ручная медогонка. Стоит 1200 евро. 4-граммочная. Так, это у нас радиальная медогонка. Электрическая. На 12 и на 220 вольт. Так, сюда тут рама помещается. Раз, два, три. На 12 рамок. 12-рамочная медогонка. Электрическая с ручным приводом. Цена ее 200 евро. Также здесь представлена солнечная большая маскотопка. Сюда можно поместить. Раз, два, три. Три больших рамки получается. Вот. Здесь специально ящичек есть для слива. Вот здесь очень у них хорошо в этих маскотопках, что ящичек вынимается, то есть не надо поднимать рамку, то есть открыл его аккуратно, ничего не надо доставать и слил воск или вытрусил.
Вот кассеты, рамки тоже у них представлены отдельно. Кассеты и рамки, которые используются. Натягивают проволоку вертикально. Также здесь есть стол. Производство Сербия, стоит он 499 евро, ну 500 евро. Скользина немножко отличается от нашей. Здесь нет никаких ручек, просто ее можно так будет поднять и вытащить. Вот здесь сетка внутри. Сюда можно срезать, чтобы вот как раз она сюда пододвигается, как раз печатает и аккуратненько срезается в стол, в корзину. Кран у стола нержавеющий. Да, все нержавеет. Или пластик, или металл. It's not very far from here, sir. Not very far from here.